Вы на канале «Страсти по насекомым». В этом видео познакомимся с таким насекомым Беларуси, как стрекоза «Красотка блестящая». Время лета насекомого с мая по сентябрь. Охотнее всего эти стрекозы летают в теплые солнечные дни. Это довольно обычный вид. Отличается медленным порхающим полетом. Стрекоза летает неохотно и плохо, часто присаживается на растения. Охотится в воздухе на других летающих насекомых. Ее жертвами становятся всевозможные бабочки, жуки, мухи, осы и другие стрекозы. Маленькую добычу стрекоза часто пожирает на лету, а с более крупной расправляется, присев на какое-нибудь растение. Красотки блестящие встречаются около рек, озер и других водоемов. Самцы занимают домашние участки по берегам. Они восседают на высоком растении, наблюдая за окрестностями, и совершают патрульные полеты, чтобы прогнать других самцов. Самки часто улетают далеко от воды и появляются над водой, чтобы спариться и отложить яйца. Самка откладывает яйца на водные растения, погружая брюшко в воду. Спустя 5 недель на свет появляются личинки, которые являются активными хищниками. Они поедают червей, живущих в воде насекомых и их личинок. За 2 года они переносят до 15 линек. Затем выбираются из воды на стебель растения, чтобы превратиться во взрослое насекомое. Самцы и самки заметно отличаются. Тело самца синее с зеленым отливом. На середине крыльев широкая темно-синяя перевязь. У самки тело бронзово-зеленое. Крылья почти бесцветные, с металлически зелеными жилками. Неудивительно, что эти стрекозы называются блестящими красотками и являются украшением водоема. На этом все. Увидимся в следующих видео.